Здравствуйте, студенты! Всех приветствуем на берегу Черного моря. Сзади меня ракушняк, из которого весь город построен наш. Черное море. Хочу вам рассказать о преимуществе желтого цвета. Когда мы что-то рисуем желтое, подсолнухи, кукурузу, различные желтые фрукты, ягоды, мы излечиваем свою селезеночку. Она находится вот здесь у нас, с этой стороны. Правую руку к себе, левую сверху. Женщины, мужчины наоборот. Левую к себе, правую сверху. Точки лаогун друг над другом. Лечим селезеночку и поджелудочную, и желудок. Сделали селезеночку по вдоху больше. Представили, что она большая. По выдоху маленькая. Маленькая ягодка желтенькая. Вдох. Селезеночка огромная, как поле подсолнухов. Выдох. Маленькое зернышко на припеке. Вдох. Огромное поле подсолнухов. Желтое-желтое. Выдох. Маленькая ягодка облепихи. Вдох. Огромное поле подсолнухов. Выдох. Маленькое зернышко облепихи. И на этом заканчиваем через полчаса. Рученьки складываем на пупке и концентрируем энергию нашу. Маленькую-маленькую точку. Растерли руки и умылись энергией. Если вы будете делать это упражнение, ваш организм будет всегда в порядке, потому что ту еду, которую мы принимаем внутрь, надо хорошо распределить по организму. Ненужное выбросить, нужное взять к себе. Понимаете? Для того, чтобы быть здоровыми и